Пандус для галочки. У частного магазина на улице Артема, дом 70, заезд для инвалидов-колясочников формально есть. Однако забраться по нему не удастся. Во вторник в выпуске новостей СТВ в рубрике «Нам прислали» мы показали фотографии от горожанина, возмущенного пренебрежительным отношением к инвалидам. Прокуратура наши новости смотрит и отреагировала сразу. Сегодня проведена проверка. Предварительно закон нарушили оба предпринимателя. Один перекрыл пандус соседа своей лестницей, второй не решил эту проблему. За нарушение законодательства о защите прав инвалидов, в частности, допущение нарушения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Санкции данной статьи 9.13 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф на должностных лиц в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на юридических лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Если вам есть о чем рассказать, присылайте нам фотографии, видео и информационные поводы в группу СТВ ВКонтакте или на электронную почту stv-info@bk.ru. Самый интересный материал попадет в эфир, а его автор станет претендентом на денежный приз.